Фильм «Зори здесь тихие» — это самая большая удача в моей жизни. Мне очень повезло, что моя не только актерская, но и человеческая биография начались с этого замечательного фильма. В фильме есть тема, которая до сегодняшнего дня актуальна. И думаю, что она актуальна не только для России, но и для всего мира. В системе ценностей высшей ценностью признана жизнь человеческая. И вот в нашем фильме есть другой взгляд на эту проблему. Если имеется в виду опасность для страны, для народа, для всего, что ценно для человечества и для тебя, то в этой ситуации можно пожертвовать собственной жизнью, а также, может быть, и жизнями других людей ради достижения или спасения общечеловеческих каких-то ценностей. Вот это точка зрения режиссера Ростоцкого в его фильме. Это его продолжающийся спор с теми, кто утверждает, что нет ничего выше человеческой жизни. Этот спор продолжается в искусстве, этот спор продолжается в законодательстве, в философских, так сказать, изысканиях, что ли, в аксиологии, как разделе философии. Вот мы, авторы фильма, режиссеры Ростоцкий, артисты, игравшие этот фильм, мы придерживаемся точки зрения, что есть ценности, которые выше нашей собственной жизни, отдельной человеческой жизни. Это жизнь человечества в целом, жизнь твоего народа и безопасность твоего государства. Женщина в России всегда была очень социально активной, общественно значимая функция была. И мы знаем многих великих женщин нашей страны, которые отдали свои жизни за ее существование, за ее процветание. Это не только наши великие царицы, которые правили государством, но мы знаем и таких женщин среди крестьянок, среди других социальных слоев. Их имена остались в истории нашей страны. И вот девочки из фильма «А зори здесь тихие» — это такое звено в цепи нашей национальной традиции отношения, так сказать, женщины как личности, как человека к долгу, к чувству любви к родине, к долгу перед семьей, перед близкими своими. Я считаю, что это очень важная тема, которая требует дальнейшего рассмотрения в искусстве. Скажите, пожалуйста, Елена Григорьевна, вам тяжело было играть именно на военную тему? Вы же не знали, что такое война? Конечно, я, как и все, кто участвовал в этом фильме, актеры, родилась после войны. Но я родилась сразу после Второй мировой войны, и следы этой войны очень были видны еще. Моя первая игра, детская игра, это была игра в войну. И играли мы в разрушенных казармах, среди воронок, среди осколков снарядов, потому что я выросла в великом городе Ленинграде, который пережил страшную блокаду, где каждый четвертый дом был разрушен во время войны, городе, который потерял около 1,5 миллионов жизней своих граждан во время этой войны. Поэтому эта боль болела во мне, как и во всех, так сказать, жителях России. И мы, снимая наш фильм, вот использовали этот наш личный опыт. Я хочу сказать, что я училась в классе, во втором классе, и мальчики из моего класса нашли прямо рядом со школой не разорвавшуюся мину. И как все дети на свете, они стали ковырять ее, посмотреть, как она устроена. Они погибли. И я помню, как плакали на кладбище их мамы. Это моя боль. Это боль, которую принесла мне война. Она прошла через мою жизнь. И поэтому, когда я играла в этом фильме, я играла не про придуманную войну, а про ту войну, о которой я слышала от моих родителей, от их друзей, от однополчан, с которыми служил мой отец, от многих людей. Об этой войне рассказывала сама земля, на которой мы снимали наш фильм. В Карелии, на тех местах, где шли, в общем, эти бои местного значения, почти на каждом километре в лесу стоят
столбики такие красные, с красной звездой, это солдатские могилы. Многие из них безымянные. Под этими столбиками лежат мальчики и девочки, солдаты той страшной Великой войны. Вот их память, их жизнь продолжилась в нашем фильме. И если вы плачете над этим фильмом, если вы вспомните о них, это значит, мы выполнили свой долг актеров, художников рассказать об их судьбах. И их судьбы обогатят сокровищницу человечества, человеческую общую человеческую память. И, может быть, вы встанете на защиту мира, так, как встал на защиту мира наш фильм. Он был показан во многих странах мира, и везде, где мы его не показывали, люди понимали нашу боль, сочувствовали и плакали над нашими героинями. И, может быть, так же, как и мы, возненавидят войну. Станислав Ростоцкий был актерским режиссером, удивительно тонко чувствующим актерскую душу. И я бесконечно ему благодарна, хотя наши отношения складывались очень трудно. Ведь то видение роли, которое я предложила Ростоцкому, оно было не совсем такое, как написано в повести, по которой снимался фильм, и то, которое задумывал режиссер. Моя героиня Лиза Бричкина в моем исполнении была более прозрачная, более нежная, не такая яркая, как она написана у автора Васильева. И поэтому Ростоцкий очень трудно привыкал к моей версии роли. И я ему бесконечно благодарна, что он мне поверил. Он поверил вот моей трактовке роли, и получилось то, что получилось. Я ему очень благодарна, потому что когда он понял, что я играю так, как надо, что эта роль вписалась в общий контекст фильма, он вообще перестал делать мне замечания на площадке. И я очень часто говорила: «Станислав Ильич, а как вот это произнести, вот как эту сцену сыграть?» Он говорил: «Это же ты, Лиза Бричкина, а не я, и тебе лучше знать, как это должно быть». И вот это доверие режиссера давало крылья актерские. Вы знаете, я чувствовала себя соавтором, я чувствовала себя равной великому в этом смысле. И бесконечно ему благодарна, потому что он родил во мне актрису, то есть человека, который отвечает за то, что он делает, творческую личность. Он очень уважал в других творчество. И это замечательное качество для режиссера. Я очень люблю Станислава Ильича Ростоцкого, всегда буду помнить его, сколько буду жить, и всегда буду рассказывать о нем людям.